Родночек, помочь тебе? Погнали. Водзал наливал?
Что там, братья, сестры? Что, начинаем готовить? Так, 200, готово, да? Агирола одна. Так, это два гиро. Где веник мой, а? Так, все, нашел. Сука, мазафака. Один мусуджоу, короче, будет, один гиро лагма. Thank you.
подай лапшу, пожалуйста, одну жареную. Сделайте мне 70-40-43 раза. Кимчи с собой сделали, да? Эти порция кимчи с собой. И все, да? Эджи, вот сюда надо положить. Эти порция.
лапши. Салат из огурцов с собой надо будет один сделать срочно сейчас. Не отдавала, да, еще? Нет. Все, да ладно. Стирку. Голень, короче, мне даже за это будешь заказывать? Ну да. Ну потому то, что ее как запаешь, короче, надо сразу сварить, наверное. Потому что дело есть, и еще там этот, ну, кусок. Хорошо. Короче, если что, вот я подписал, это разведенный. Там концентрат лапши, короче, не знаю, килограмм 10. Все, понял. Короче, заряженный по полной, да? Ну и да, все получается, яйца надо будет, ну, вот я не стал брать вашу, потому что мало было. Ага.
Давай. Ну что, все? Да. По домам? Сейчас. Погнали. Тряпки замочены. Дима завтра на выходной. Завтра вы оба работаете. Завтра с нами Дима, я на лапше буду, если что, имейте в виду. Ну, Гуля может на медкнижку, да, там? Вы завтра что, выходите или на медкнижку? Нет, если ДНВ, вам надо... Как? Если опоздаем, я позвоню. Нет, вы на... Если медкнижка сам, да? Тогда заранее скажите, да. Если не буду завтра, меня не работаем, если келеверем бегаем. Что? Все, я пошел. Конечно, надо, да. Все, ребята, всем спасибо. Охренительно поработали. Ну чё, до свидули тогда. Ну вот он, видишь, вот так мозги парит. Хотя я вчера поставил на систему. Приятное ощущение, знаете, как будто ты вышел только что с тяжелой тренировки. Сейчас бы прийти домой, плотно похавать, почитать все ваши комментарии, безусловно, ответить на них. И, скажем, день удался. Друзья, если вам понравился такой формат, обязательно дайте обратную связь, чтобы я выпускал видео почаще. Вот, буду рассказывать о себе, показывать, как я работаю на газовом воке. Вдруг это кому-то будет полезно. Вот. Так что давайте развиваться вместе, друзья. Всем пока!